Следующая схватка у нас Абек Арман, Талгар Жанузак. Абек Арман, 65 килограммов, 20 лет ему. Кандидат мастера спорта по самбо. Куран FC. Курам FC представляет клуб, тренер его Берик Кайрат. И представляем, против него тоже выходит Алмаз Иглс. Только что вот Нурзат был с команды Алмаз Иглс. Это ММА. Занимаются ребята, клуб ММА. Они решили выступить на соревнованиях по грэплингу. Очень отрадно. Их 4 человека вышло на сегодняшние соревнования. Заявились, и они все будут участвовать здесь. Спортсмены немножко друг другу подбираются. Здесь, конечно... Хороший бросок делает Талгар Жанузак, зарабатывает 2 балла. Талгар Жанузаку ему 21 год. Он призер ММА. В основном он занимался ММА. У него никакой базы, вольной, самбо нету. Но посмотрите, как он хорошо сделал тейкдаун. Чисто прямо. Мог бы с высокой амплитудой, конечно, с такой высоты бросить. Но, видать, очень такой деликатно и нежно опустил своего человека на землю. Нет, видать, не хотел ему делать травмы. Но хорошо зашел, отлично. А его соперник, кстати, тоже боец ММА. Вот прошли первые 2 минуты, пошли баллы. Основное числение баллов сейчас можно делать, зарабатывать баллы на позиционном. То есть делать свипы, занимать позицию гарта, маута, бэкмаут, колено, живот. Вот сейчас можно, нужно активизироваться человеку, Талгару Жанузаку. С первых минут у Армана Абека 4 балла в преимуществе. Скорее всего, Талгар Жанузак не попал в вес. Заявленный вес. И его оштрафовали 4 баллами. Поэтому сейчас ему нужно отыгрываться. Вот, делает предупреждение верхнему, чтобы он активизировался. Если сейчас на протяжении 20 секунд верхний спортсмен не активизируется, он получит минус балл. Штрафной балл. Вот получает минус балл, вы видите на экранах. Талгар Жанузак. Ему надо выходить с гарда. Может быть, просто он первый раз борется по грэплингу. И поэтому не знает, что сейчас делать со своим соперником. Просто сидит на нем. Надо пытаться выходить, выпрямлять спину, отжимать соперника. Надо попытаться проходить гард его. Второе предупреждение, 20 секунд. Если опять в течение 20 секунд он не активизируется, не будет выходить с гарда, не будет делать никаких попыток, будет сидеть на нем, то опять получит минус балл. Таким образом, и 2 заработанных балла за бросок, они просто аннулируются. Просто. Вот второй штрафной балл, видите. 2 штрафных. 2 заработал и 2 штрафных получил. Получается 0 баллов сейчас у Талгара. К сожалению, некоторые спортсмены ММА приходят на соревнования и не очень хорошо разбираются в правилах по грэплингу. Конечно, хорошо, что они заявляются, но в правилах, если не разбираешься, ты вот так можешь просто просидеть и проиграть всю схватку. Столько готовится. Третье предупреждение. Нижнему тоже дают предупреждение. Нижний, чтобы тоже активизировался. Верхний, смотрите, просто заблокировал голову, заблокировал руки. Ничего не делает.
Наверное, думает, что он выигрывает, что ли. Я не знаю. Сейчас осталась одна минута. От этого схватка, конечно, становится не такой зрелищной. Минус балл заработали оба спортсмена. 3 штрафных балла у Талгара. И у Армана Абека 1 штрафный балл. Вот так вот борются по грэпплингу у нас бойцы. Ну, не все, конечно, но вот новые люди, конечно, 21 год обоим. Молодые ребята. Раньше не выступали, наверное, по грэпплингу, и поэтому они сейчас вот такая вот сейчас борьба, посмотрите. Это, конечно, не зрелищно. Но такие схватки тоже бывают. Сегодня, уважаемые телезрители, у нас очень хорошие будут зрелищные схватки. Это у нас будут просто топовые спортсмены нашего Казахстана бороться на этом ковре. Очень зрелищные, очень знаменитые, можно сказать, там звезды казахстанского грэпплинга. Сегодня мы про них расскажем, когда они будут выходить на ковер. В общем, сегодня не отключайтесь, ждите нас, смотрите наш эфир. Выиграет Арман Абек. Поздравляем с победой. Вот посмотрим первый тейкдаун, смотрите. И мягко-мягко положил. Конечно, он мог бы сильной амплитудой бросить его прямо на спину. Посмотрите. Видите, пожалел. Аккуратно вышел